Жителям одного из многоквартирных домов по улице Гончарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода теперь не до праздников. 3 января они чуть не лишились собственного жилища. Пожар в доме спровоцировал скачок напряжения, так говорят очевидцы. Судя по всему, старая проводка не выдержала. Произошло замыкание. Тут же вышла из строя вся бытовая техника. Следом загорелась кровля. У нас сначала встали электричество. Ничего, нормально. Понизилось, потом резко врубили. Сильно есть. Стало у нас взрываться телевизор, эти приставки. Мы стали все выдергивать из розеток. Выдергивали. Я уже вышла, уже аварийку уже вызвали. Жители в экстренном порядке эвакуировали. В доме много пенсионеров. Одну из бабушек пришлось спасать, что называется, всем миром. Самостоятельно покинуть квартиру пенсионерка не смогла. У вас, да, загорелась квартира, что ли? У соседей? А это маму, да, пришлось эвакуировать? Да. Она лежачая, да? Да. Замыкание произошло, пока в доме работали электрики. Их вызвали помочь, а они спровоцировали ЧП. Теперь вот глаза отводят, и якобы ни при чем. При вас возгорание это произошло? Ну вы ответьте, при вас возгорание произошло? А? Нет. А при ком? Старый дом, конечно, удалось отстоять, но как жителям теперь туда возвращаться? Того гляди, очередной скачок напряжения и снова пожар. Пока людям приходится собирать необходимые вещи и разъезжаться по родственникам, у кого они есть. Олег Лавров, Сергей Щеплягин, Патруль ННТВ.